И сегодня по центральным улицам курорта Розы Островского прошли чиновники из управления дорог города Сочи. Выставляют на проезжую часть какие-то ограждения, какие-то там щиты металлические, натягивают какие-то цепочки и так далее. Поэтому цель сегодняшнего обхода, она заключается в том, чтобы все-таки объяснить, что этого делать, во-первых, нельзя, во-вторых, это просто мешает и нашим гостям, и нашим жителям. Июль – пик курортного сезона, а местные жители и предприниматели словно не задумываются о комфорте на улицах города. Центр, как известно, больше всего привлекает гостей курорта для прогулок. И людям гораздо приятнее гулять по тротуарам, которые не перегораживают металлические конструкции. Казалось бы, все эти препятствия можно убрать, но у каждого из них есть хозяин, поэтому трогать их сотрудники администрации города не вправе. Сегодняшний обход носил исключительно предупредительный характер. Но в следующий раз для тех, кто, как говорится, не поймет по-хорошему, к рейду администрации присоединится полиция.